Всем-всем-всем привет из Канады. Сегодня мы с вами снова пришли в магазин Mango. На этот раз это прям такой полноценный магазин. То есть он, я вот не пойму, то ли он все-таки является корнером Pizza Bay, то ли он отдельный магазин. Потому что, в отличие от того магазина, где я вам снимала в предыдущий раз, здесь просто все, вот он такой прям большой-большой, здесь очень всего много. Я вот так долго иду, видите, по нему, и он все еще как бы не кончается. Я очень впечатлена, потому что здесь очень много одежды, и он прям выглядит как отдельный магазин, хотя он вот с этим Зебеем, они как-то, у них какой-то общий есть выход друг в друга, поэтому я не уверена, но выглядит это все как отдельный магазин. Вот, кстати, это платье я уже примеряла. Давайте посмотрим, что здесь есть нового интересного. Пока меня отсюда не выгнали, потому что у меня такое ощущение, что продавщица так на меня подозрительно смотрит. Вот большой сайн Mango. Так на меня подозрительно посмотрела, что я вот так с телефоном вытащила и, значит, вот так снимаю. Какая хорошенькая, симпатичная кофтюля, девочки. Посмотрите. Такой, знаете, кардиганчик с длинным рукавом, но он такой тоненький, прозрачный. Хотелось бы даже его померить. Такой хорошенький. Сколько он стоит? 69-70 долларов. Интересно, есть уже сейл или нет? Вот есть шорты, розовые джинсы. Потому что в некоторых магазинах, например, Massimo Dutti, у нас уже началась распродажа. Massimo Dutti у меня очень сейчас далеко, близкий ко мне Massimo Dutti закрылся. Мне теперь Massimo Dutti поехать — это целое дело. Курточка джинсовая, тоже розовая, стоит 69 долларов. Это даже такая, в общем-то, рубашка. Куртка. Я очень хочу добраться до Massimo Dutti, давно я там не была, но я вот прям серьезно даже не знаю, как это у меня получится и когда. Потому что мне прям надо туда прям очень далеко сейчас. Смотрите, такой комбинезон, симпатичный, в клеточку, с запахом, цены нет. Ох, нет цены, нет цены, нет цены. Есть такое же платье, как сарафанчик, который стоит 59 долларов. У меня даже такое ощущение, что оно как-то дешевле здесь. Такого быть не может, я знаю, потому что это одна сеть. Поэтому, так, я, вот, 59 долларов платье, а нет, это топ, горошек. Я, девочки, хожу как-то очень без царя в голове, что называется, потому что я первый раз в этом магазине, и я не очень понимаю, что здесь к чему. Смотрите, какое летнее пальто, смотрите, пальто. Самое настоящее, оно без подкладки. Оторвано лейблов, почему-то нет цены, я сейчас поищу цену. Ну, вот оно такое вот. С карманами, такой без подкладки, очень симпатичное пальто, красивого цвета. Давайте я найду его цену. А, ну на сейле сейчас и стоит 227 долларов, а стоил 379. Вот вам подешевевший, не очень дорогой Mango. Ой, это уже распродажа, ой, падает у меня, сейчас выключусь. То есть вот это пальто было на сейле, потому что, ну, оно явно зимнее. Здесь всякие хорошенькие платьица. Тоже за 100 долларов. Прям симпатичное такое платьице. Очень симпатичное. Единственное, что оно... А нет, ларч. Я даже, наверное, смогу его померить, потому что мне оно нравится. Но пока что сейла нету. А как красиво бы она смотрела с этим пальто вместе, правда? Вот это вот цвет, платье и пальто. Очень было бы красиво. Что тут еще? Еще есть платьице в горошек, и оно стоит тоже 100 долларов. Ой, еще какой-то костюм смешной такой с буквами. Это блуза за 70 долларов. И... А, нет, я думала, что это блуза и брюки. Но я вижу, что здесь это платье еще есть такое. Интересное платье за... Ой, почему у них нет цен?
Я вообще очень благодарна моей одной замечательной подписчице, которая мне сказала, что здесь открылся большой магазин манго. Потому что я не знала. Это один из наших торговых центров, куда я, собственно говоря, привет. Куда я, собственно говоря, ездила всегда в... Здесь очень большая Зара и очень большая Сумка. И очень большой Чинэм. Я сюда часто езжу. Так, сумочки. Маленькие, крошечные. Вот такие вот сумки. Ну, сумки такие. Слушайте, здесь много пальто. Сумочки, сумочки. Вот такая вот сумка. Очень интересная. За 70 долларов. Вот такая плетеная сумка. Что здесь хорошо, что здесь нету музыки. Вот, девочки, сумки вот под Прадо. За 59 оранжевые из ткани. Вот здесь такая же бежевая. Знаете, такой симпатичный. Очень симпатично выглядит. Маленькая такая, в меру большая. Ее можно повесить на плечо. Класс. И такая розовенькая. В общем, такие, знаете, как сейчас модно вот эти вот. Такой формы. В общем, они разных-разных цветов. А вот какая милашка. Посмотрите. Просто прелесть. 100 баксов. Но и такая же розовая. Розовая, кстати, на сейле за 79. Как она подходит к моему аутфиту. Я сегодня в розовом, девочки. Все. И здравствуйте, кто меня еще не видел. И эта сумочка очень мне подойдет. Ну, пойдемте дальше. Здесь продаются ремни, здесь продаются платочки. Здесь какая-то странная система с сейл, не сейл, ничего не понятно. Что-то на распродаже, что-то нет. 40 долларов ремень, какие-то кепки смешные, шляпы вот такие вот панамы. Вязаная шляпа панама. Пальто розовое, слушайте. Оно должно быть на сейле. 199 долларов. Я думаю, что оно на распродаже. Очень красивое розовое пальто. У меня есть розовое пальто из Зары. Вообще здесь полно зимних вещей. Как странно. Вот смотрите, это прям такая вот теплая. Но она должна быть на сейле. Нет, 100 долларов. Вот такая вот прям теплая, как толстовка с таким вот меховым этим самым. Их много, кстати. Есть худи, есть пальто, пуховики, которые на сейле, да, за 119 долларов. Это довольно странно. Уже как бы абсолютно лето. Уже скоро летние вещи уходят на распродажу. Манго до сих пор висят зимние пуховики. То есть, это только у нас такое или это везде, девочки? Где еще есть манго? В каких странах? Расскажите мне, потому что вот тут свитера, свитера. Помните, я вам тоже вот когда снимала, я вам показывала. Упало у меня пальто, надо поднять. Вообще людей совершенно нету. Свитера, кстати, черно-белые, но опять же, лето на дворе, что-то странное. 100 долларов. Свитер черно-белый, вот такую вот полоску с длинным рукавом. И вот такие вот есть такого, знаете, салатового цвета. Скоро. Я закончила свою мысль, что я очень благодарна своей подписчице, которая мне сказала, что здесь открылся большой полноценный манго. Какое платьице хорошенькое. За 99. И вот очень красивый красный есть костюм. Есть пиджаки за 150. И есть к ним вот такие вот брюки. Я, может быть, возьму его поверить, померить. Мне даже интересно, это другой пиджак. Мне даже интересно, как он будет на мне сидеть. Так, давайте еще посмотрим, что здесь есть интересного. Красивый жакет. Красивого цвета. Цены нет, размер ваш. Очень красивый. Людей очень мало, понимаете, вот манго, в отличие от Зары, у нас как-то
не пользуются такими же спросом. Кардиганчик. Все без цены, ни одной цены нет. Ну, вот всякие платьица здесь целая такая куча всяких зелененьких платьиц. Вот это очень красивое платье за $120. И тут же есть похожего такой, похожей расцветки шорты, юбка и брюки. Очень похоже на, помните, в Заре я примеряла вещи. Вот такие брюки неплохие, $69. Они стоят похожие. Я, помните, купила, они были на сейле за $40. Похожие расцветки, только более такие цветные. К ним вот идет вот такой вот расслабленный жакет. Это вроде бы как пиджак, знаете, вот такой вот. Очень интересный костюм. Понимаете, он вроде бы как жакет, а вроде бы как и нет. И вот такая компания из очень красивых расцветок. $200 красивый очень жакет, желтый с розовым. Зеленый, пардон, с розовым. Девочки, я после работы, у меня очень плохая речь. $70, симпатичный тоже кардиганчик с плеском, с такими пуговичками. Ну, вы знаете, такой перепив немножко Зары. В Заре было очень много вот таких вот жакетов с этими пуговицами, кардиганов. Мне кажется, они уже даже в Заре перестали делать. И вот тоже очень-очень $120, очень красивый. От Шанель, который я тоже в одном из моих прошлых влогов примеряла в этом самом манго. Он был немножко другой расцветки, но мне они нравятся. Они красивые и очень симпатичные. Вот красивый зеленый жакет. $180. У меня ощущение, что эти все вещи, они как-то не совсем по сезону, потому что вот снова пальто зеленое висит. Ну, красивое пальто, 279, никаких следов того, что оно на сейле. Очень красивое пальто, но пальто не продают сейчас абсолютно нигде. Блузочка красивенькой расцветки. Так, я думаю, что мне взять в мире. Там вот мужское манго. Есть всякие джинсовые комбинезоны. Красивый белый пиджак в полоску. У меня есть такой похожий из Massimo Dutti за $180. Белый в такую синюю полоску жакет. И платьице такое вот с геометрическим рисунком за $100. Очень симпатическая на ощупь. А вот очень симпатичные блузки. Посмотрите, какая прелесть. Вышивкой. Здесь такое освещение плохо видно. Ну, в общем, короче, белая такая рубаха с очень симпатичной вышивкой. Вот такая вот просто обычная рубаха. И стоит она тоже $100. Приятно. Я думаю, что она хлопковая. И вот эта вот мелкая такая вышивка выглядит очень симпатично. Кроме того, здесь есть вот такие вот комбинезоны. Комбинезоны на все. 120, видите, в полный рост. Есть такие же шортики, много джинсовых вещей. Тут тоже какое-то платьице коротенькое. В общем, по-моему, я обошла все, включая сейл и зимние вещи, юбки. Очень маленькие размеры все. Я вот уже смотрю, примеряюсь к тому, что мне мерить. Понимаю, что я, наверное, у меня будет проблема, потому что, ну, вот этот extra large джемпер. А вот юбки все какие-то маленькие, small, extra small. Какие-то малюсенькие. Ну, я найду что-нибудь, не волнуйтесь. Народу мало, в отличие от Зары, в которой негде ступить. Здесь $60, блузка жарко. Здесь народу не очень много. О, какой симпатичный жакетик. Такой под Шанель за $100. Ну, дорого как-то, девочки, ну правда. Ну, он красивый, все. Ну как-то это
немножко. Не очень бюджетненько. Платье с жабаком. Платье под змею. А, это блуза. Вот это платье под змею за 120. Дорого немножко. Какие-то дороговатые вещи. Вот симпатичная кофточка. А, не знаю. Конечно, прекрасно, что здесь нет музыки. Можно снимать и говорить. Не надо накладывать озвучку, не надо ничего перекрикивать. Боже мой, какое платье совершенно открытой спиной. То есть музыки нету, но очень шумные продавцы, которые стоят возле кассы, общаются и орут как резаные. Смотрите, какая интересная, значит, спина. Вот здесь вот вырез такой, здесь такие завязки. И вот прямо низко вырезанный, прямо очень низко на подкладке. По-моему, синтетически, знаете, я, наверное, 150 баксов. Я, наверное, не рискну это примерять, девочки. Вот так вот это выглядит, эта спина. По-моему, вырез кончается на самом интересном месте. Так, ну хорошо. Наверное, я сейчас буду искать вещи для примерки. Я кое-что тут заприметила. Но не так, чтобы уж очень много, но, конечно, больше, чем в том самом, а вот какой красивый оранжевый жакет. В том самом манго, где я снимала до этого, здесь вещей, конечно, намного больше. И выбор, конечно, намного больше. Смотрите, вот красивое такое платье. 180. Цены дорогие. Как-то это дорого. Но расцветочка очень приятная. Много вот таких расцветок разных. Все, девочки, давайте я начну искать, что примерять.